Включайте кого-нибудь другого. В этот раз.
изменилось, но они все равно меня знают. К ним лучше не подходить. Не дергайся! Не уйдешь! Труп? Здесь? Что? На помощь! Кто-нибудь! Не помоги! Люди! Кто-нибудь! Нет! Сука, нет! А потом я буду со смехом вспоминать твою смерть за... Не трогайте меня! Я тебя на куски порву! Дохни уже! Это надолго! Штукатурка.
за ними проход. Комнаты со сладким запахом моря. Рыбье мясо, пир. Скоро, уже скоро. Но сначала грызть. Добро пожаловать. Мои услуги абсолютно конфиденциальны. Хотя бы район приличный. Однажды я открою достойный магазин на Ракеза-авеню. Подарочная упаковка не нужна. Счастливо! Не забывайте нас. Работников не найдет. Порой мне кажется, что я сам сделал бы лучше. Но моя больная спина. Какая дерзость. Thank you.
рюмочку, я сегодня выпью виски. Да попытаюсь счастья за игрой. Этот запах. С чем они смешивают чернила? Здесь безглазые делают себе тату. Всегда хотела вступить в секту. Но... если это необходимо, не дергайся. Хочешь, чтобы я за жилье вовремя платил? Ладно, только все платить не буду. А кто мне что скажет? Придется поговорить с поваром. Это ясно. Что тут случилось? Добро пожаловать. Осматривайтесь. Я просто осматриваюсь.
Какой ужас. Что она делает? Выпустите меня отсюда. Уходи, пока не поздно. Спасибо, спасибо. Никто не хочет, чтобы трупные осы сожрали его изнутри. Эта страшная женщина хранит янтарь под замком. Но ключ, он рядом с рабочим столом. Забирайте все. Эй!
сказать кому? Мне? Ну, конечно, как всегда. Самые свежие новости островов. Кто здесь? Выходи! За твою голову дают тебе быстро! Тебе конец! Никуда она далеко не уйдет! Помогите! Люди, кто-нибудь! Она не убежит! Она ранена! Я ее вижу! За мной! Ты заслужишь его смерть! У меня для тебя кое-что есть! От меня не уйдешь! Эй, и куда это ты собираешься? Бежать некуда! Думаешь, ты в безопасности? Думаешь, за этими замками тебе ничего не угрожает? Я знаю, где ты живешь. Знаю, я какой бы дорогой ты ходишь там. Что еще? Я не хочу умирать! Ладно, тупица! Давайте попросим управляющего, пусть он еще разок водостоки у реки проверит. Докучайте кому-нибудь другому. Не жди пощады! Я с тобой! Ага!
никому не пожалуешься. Чем могу помочь? Дай пройти. Мне нужно выпить. Это частный клуб. Вы его член? Вот, видишь? У Эолины дрожат руки. Ладно, можете войти.